Выпускник 12-й школы Валерий Щеголихин в 7 лет сделал выбор в пользу баскетбола. Занимаясь в секции, ему удавалось тренироваться с ребятами постарше. Сегодня Валерий Щеголихин уже играет наравне со взрослыми спортсменами и входит в состав Саровского баскетбольного клуба «Атом». Вместе с командой он защищал честь города на первенстве России. Очень игровой вид спорта, командный. Тут надо играть на команду, а один тут ничего не сделаешь. Если будет играть целый коллектив, то команда будет выигрывать. На городских соревнованиях среди школьных команд Валерий Щеголихин завоевал звание лучшего игрока. Баскетболист планирует сделать спорт своей профессией и после окончания 11 класса поступить в физкультурный вуз. Валерий играет на позиции разыгрывающего. С него начинаются атаки, комбинации и передачи, которые в конечном счете должны закончиться мячом в корзине соперника. Валерий на поле также выполняет роль защитника. Самое главное – это защита. Если не будет защиты, то команда не сможет выиграть. А нападение – это уже потом. Городские соревнования среди школьных команд – это муниципальный этап лиги КС-баскет. Он дает возможность талантливым саровским спортсменам соревноваться с командами из области и выходить на всероссийский уровень. За право представлять Саров на следующих этапах лиги КС-баскет боролись команды из 14-й и 12-й школ. Путевку в финал эти сборные получили после группового этапа и полуфинальных встреч. Здесь 10 команд. Система была по двум подгруппам, по 5 команд. Сильные по 2 команды из группы выходили в финал, соответственно, сначала полуфинал, и вот сейчас состоялась финальная игра. Итоговый счет на табло 60-29 в пользу баскетболистов из 12-й школы. 16 декабря они отправятся на следующий этап соревнований лиги КС-баскет в Дзержинск. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.